E Итак, это Гадар, который впереди планеты всей. Я когда этот фильм смотрел в третий раз, я его еще раз пересобрал. То есть, когда мне казалось, что с ним все понятно, и у меня про него написана статья была, и сделан видеоматериал, в этот раз оказалось очередной раз, что это кубик Рубика, и новая комбинация сложилась интересная. Но перед этим о том еще раз, как читать Гадара в принципе. Но вот это предупреждение о том, что это своеобразный киноимпрессионизм. Здесь, как вы видите, получает и реализацию как подтексты прием в приеме, когда мальчишка рисует, помните, импрессионизм, и его показывают такой импрессионистской как раз палитрой, цветокоррекция соответствующая, и все остальные фрагменты точно таким же образом функционируют. Гадар, поздний Гадар, объясняет это в своих интервью, что в кинематографе у него очень важны точки. Не линии, не целостные какие-то структуры нарративные те же самые, а эти отдельные пятна, которые здесь видны ну, такой очень простой, незамысловатой манере и визуально. Помните, съемка с любительской камеры, шум, бесконечные паузы, которые разрывают один и тот же трек, например, или один и тот же видеоряд. И, конечно, просто помехи, фоны какие-то, кажется, что от недостатка качества. Понятно, что Гадар мог себе позволить снимать не только на плохой телефон, на какую хотите цейсовскую оптику. Однако это намеренно сохраняется. Здесь такая полистилистика, как будто бы все пассажиры, которые в этом Титанике плывут, может быть после крушения оставили какие-то свидетельства, что они были, они только имели. И вот эти записи с камеры, с какого-нибудь ручного гаджета, все это теперь смонтировано вместе и показывает, куда весь этот дом плыл большой плавучий. И эти вот такие очень простые визуальные свидетельства того, как нужно Гадара читать и как он снимает, помогает складывать фильм, вот так вот собирать в какую-то новую целостность всякий раз. Есть несколько подсказок, они очевидны. И когда ты не понимаешь, как Гадара читать, он сам тебе внутри фильма это объясняет. Например, вот эта диалектика целого и частей. Она проходит здесь интегральной темой, и удивительно, что я ее тоже в первый-второй раз не увидел и по достоинству не оценил. Помните, читаются длинные гегелевские пассажи о том, что диалектика она и разрушает, и сохраняет то же самое время целостность. Или звучит тезис о том, что это вообще все не целое, то, что вы видите, а имеется в виду и история пассажиров на корабле, и история Европы, и история цивилизации. И в конце Гадар действительно взрывает всякую целостность, если она в голове еще осталась чудесным образом, и показывает, из чего на самом деле история Европы состоит. Там... Вспомним еще раз. Иерусалим 28 -го года, Одесса 905, -го, Испания 35-36, Гражданская война. Ну и много-много таких фактов. Торгаются и трупы, и горящие здания, и опять же такие пунцовые пятна, которые проступают, как будто бы через портреты, через исторические фрески. И вот эти последние минут 15 просто ударные. Там, кстати говоря, можно разглядеть и само слово социализм, которое мелькает как 25-й кадр во фрагменте уличной демонстрации. И это единственное слово «социализм», которое появляется в фильме. Поэтому одна из задач вот в ходе такой сборки – обнаружить, а где там, собственно, социализм. Или это именно как в названии «понятно, фильм функционирует как социализм». Или это какая-то контрабанда в трюмах корабля, которую он плывет, везет, но уже не нашему поколению, а, наверное, следующему. Так вот, когда я первый раз собирал этот фильм – я заинтересовался тем, что с самого начала тебе Гадар дает, как проводник нити, ну, например, тема золота. Помните, сколько здесь золота? И от начала и до конца проходит эта тема. Золотое ожерелье, золото в казино, которое сгребает автоматы, сами эти автоматы-вымогатели золота из наших кошельков-карманов, кошельков, золото, которое якобы плыло в Одессу. Вот еще маршрут, почему объясняется, почему мы идем в Одессу. Но не доплыло, одна треть пропала по пути, еще одна треть там не дошла до банков испанского золота. Ну и разное другое золото тоже здесь имеется в виду. Например, бегуньи ближе к концу фильма соревнуются в Золотой Лиге за брусок чистого золота. Это главный приз Золотой Лиги. Или там же Андреас Эньеста падает в штрафной площадке Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, все туда же к золоту стремясь. Поэтому здесь много вот такого разного золота, и одержимость золота, конечно, золотом тоже очень важна для понимания того, что в фильме происходит. Но давайте посмотрим на корабль так со стороны, и нужна средняя дистанция такая, чтобы не вникать, честно говоря, в психологию и в переживания каждого из героев. А с такой дистанции видно, что публика, которая на корабле плывет, она довольно странная. Или нам специально показывают только пассажиров, бездельников, не показывая того, как, собственно, корабль идет. Заметим в скобках, и ирония судьбы, корабль «Коста Конкордия», который снялся у Гадара в фильме «Социализм», через несколько лет потерпит крушение у берегов Италии, и причем по совершенно анекдотичным случаям. Там вроде бы какие-то влиятельные пассажиры потребовали подойти поближе к берегу, может быть, для того, чтобы сделать хорошее селфи, и посадили весь корабль на рифы. Ну и вот поэтому этот корабль в самом деле корабль «Титаник». И поэтому публика на верхних палубах, конечно, не знает о том, куда и зачем он плывет, ну как он точнее функционирует, где команда, где кочегары, что ли, такие классические, которые вахты не могут уже стоять, и куда это все огромное, большое, плавучее, как бы это поточнее определить, пещера платоновская в то же самое время, потому что сплошь экраны, фотографии, телефоны, все друг друга снимают. И ирония, например, еще в том, что Гадар нам показывает прекрасные виды с палубы. Можно просто следить за вечным прекрасным, например, сюжетом «Вода морская», «Волны», «Ветер». А чем занята публика? Они смотрят свои экраны. Но в лучшем случае на кошечек. Это тоже очень важная тема. А вообще там они заняты у экранов игровых автоматов и вот бесконечно друг друга снимают в погоне за селфи. И поэтому это еще и такая платоновская плавучая пещера, в которой люди одержимы тенями, не видят реальных вещей, и поэтому же опять-таки они не понимают, куда и зачем они плывут. Помните, как в мультфильме «Валли», где все пассажиры превратились в какие-то дополнения просто гаджетом, и совершенно понятно, что какой-то курс этого корабля, маршрут, его цель потеряли всякий смысл. И вот эта плавучая цивилизация целая, плавучая история, идет метафора из начала фильма, по водам ледяного расчета, помните, как в манифесте коммунистической партии, по волнам, которые затопляют все и кровью, какая-то часть воды стала кровью и прибылью. И поэтому волны и разговор и метафора уподобления волн деньгам в самом начале фильма тоже гадаром постулируется. Если вы не забыли, самый первый диалог звучит именно так, что что такое деньги, общее благо. Ну и да, когда-то оно, это было общее благо. Денежная материя, как такой код, позволяющий обменивать одно на другое или одно на удовольствие. И вот теперь эти деньги, они как будто бы тоже приватизированы вместе с водой и воздухом. Что бы там ни говорил водный кодекс, вода уже нам не принадлежит. И теперь эти деньги также, вот, например, сосредотачиваются в каких-то автоматах, автоматических процессах как говорит Маркс, это та власть, которую мы носим в собственных карманах, и поэтому она нас же закрепощает и не реализует. И тема «Деньги золота» — вот это та самая интегральная история, которая проходит через абсолютно всю картину. Если у корабля есть только цель, ну, для тех, кто хотя бы немножко интересуется маршрутом, Помните, это старый нацист, который тоже имеет свой расчет. Это майор Каменская из Москвы, который пытается разыскать пропавшее золото. Допустим, у них есть какой-то план настоящий, детективная история есть под текстом. Ну а другие пассажиры – это просто статисты. Представьте, из чего состоит их досуг. Это каюта, потом вот огромный ресторан плавучий, несколько палуб, на которых, опять же, казино, аква, дискотека, разумеется, всякие игровые автоматы и модули. И поэтому они не смотрят ни за окно, не выходят на палубу. Их устраивает абсолютно такая плавучая платоновская пещера. Хотя они плывут, еще раз помним, по таким водам, европейской истории. А там и золото, и кровь, а там и вот эти вот самые расстрелы концлагеря. Все это мы видим, все это потом нам Гадар в конце фильма дает очень мощным видеорядом. И маршрут, опять же, он такой травматический, от Хайфы, от Иерусалима, Палестины, через Грецию. А Греция, помните, как читается Хайлас, ад» и там много адского, чего происходило в 20 веке, и дальше Италия, Россия, в общем, по всем травматическим точкам проходит этот корабль, но пассажирам дела нет, для них истории не существует. Тут можно вспомнить Бодрияровский тезис о конце истории, потому что на этом корабле история, как вот эти часы из Египта, остановились, и история заморожена. Истории в данный момент нет, потому что нет измерения какого-то эсхатологического, куда и зачем. У этих пассажиров цели точно нет. Корабль Коста Конкордия доплывет до своего рифа, разумеется, и поэтому вот нужно понимать бадьяровский тезис. Тезис, конечно, не в плане того, что у истории нет перспективы, нет вызовов каких-то. Полно будет еще драмы, проблем. Одну из таких мы все вместе переживаем. Но это нужно по понимать как тезис об отмене самого чувства историчности вот у этих пассажиров, этой просто праздной публики этого класса буржуа. Нет осознания времени, что ли? И вот она, тема, которую я первый раз упустила, мне показалась она со второго, с третьего раза намного более интересной. Это какая-то философская взаимосвязь, концепция целое времени и пространства. Как здесь, кстати говоря, прекрасно определяется туризм. Как какое-то утверждение или, можно сказать, присвоение пространства. Туристы плывут по этим самым местам, где было столько ада, но для них только от ресторана к ресторану, от одной экзотической кухни до другой. Только в этом состоит путешествие. И поэтому для них не существует времени, для них есть только пространство, только линейная на поверхности какая-то происходящая траектория. Ну и вот эти вот часы, которые остановились, правда, являются лучшей метафорой того, что времени в этом плане нет. В доме Мартен время тоже останавливается, потому что там другая тема, вторая часть картины, там такой, знаете, как вишневый сад Чехова. Мир буржуа или мир аристократов, Ну, какие они аристократы? Даже, может быть, мир трудяк или мир людей, которые как-то что-то, помните, говорят, производили раньше. Раньше Франция производила. А теперь она захвачена и Италией, и Америкой, и всем на свете. И вот что делать с фамильным бизнесом, гаражом? И что делать со следующими поколениями семьи Мартен, которые, как Флорин, что-то уже не любят? Ни бизнес, ни, ни папу с мамой почему-то. Как вернуть то, что их когда-то объединяло? Снова проблема части и целого как и вернуть целостность семью Мартен. Это проблематика такой статики этой картины. Если первая часть динамика, потом идет статика, мы оказываемся еще в одной форме без времени, а именно там в семье Мартен, где ничего не происходит, ведутся какие-то разговоры, но разговоры, потом обращу на них внимание, тоже очень интересные. Так что мы имеем модель своеобразного сизифового круга, только круга не производства потребления, а круга удовольствия и других удовольствий, круга потребления, чем занята вся эта публика по завтраку, обед, ужин, снова завтрак, обед, расписание всегда одно и то же на корабле, или туристические точки, которые они посещают, тоже для того, чтобы сделать селфи, не понимая того, что, что они видят, что происходит с ними на самом деле. Как сказал Гюнтер Стенд, это такая цивилизация новой Полинезии. То есть не просто полинезия туземная, дикая, а современная полинезия, когда для человека его гаджет, как для дикаря, которому впервые показали какую-то вещь из большого мира, это просто волшебный предмет. Непонятно, как он работает, понятно, что его нужно как-то гладить, тыкать, и тогда ты получишь, реализуешь какое-то желаемое. И вот вся огромная цивилизация этой полинезии, новой полинезии, плывет на таком корабле, плывет без всякой цели. И этот корабль, конечно, не корабль социализм, это корабль «Титаник». Вопрос только в том, как я и сказал, что может быть у него что-то там зашито, какая-то информация в трюмах. И Гадар зашивает в самом деле свое послание о социализме и во вторую часть, и по ходу немножко первой, и в конце, конечно же, картины тоже. И вот тут я хотел бы обратить внимание на безвремение внутри семьи Мартен. Там самое интересное в разговорах. И в поведении даже, может быть, мальчишки, которые мне теперь кажется одним из самых интересных героев Людовик он и художник, он и слышит музыку, помните, как бы и дирижирует палкой, и машет, и он как скульптор, так вот познает мир тактильно, то есть он находится в постоянном поиске. Вот видишь, вроде бы ничего особенного. Мальчишка, лампа горит, но этот кадр завораживающий, и пять минут проходит невероятно увлекательно. Поэтому это очень живой, интересный герой. Недаром у него и майка с надписью «СССР». Поэтому это такой другой, что ли, альтернативный, уже подлинно исторический персонаж, который может вернуть то, что эта Европа не способна ответить на вопрос «Кво Вадис? Куда ты плывешь?» давно и безнадежно потеряла. Есть какое-то чувство того, что не хватает. Его и потребителю чего-то не хватает все время. И это чувство, как в восточной, например, Германии, остальгии даже очень популярно. Ну, понятно, что корабль не поплывет в прошлое, и мальчишка тоже этот вряд ли на самом деле слышал про Сен-Жуста, которого здесь цитируют, и про Ночь чудес, про это рассказывает Флорин 4 августа 1789 года. Важный, кстати говоря, вшитый тег. Это ночь, когда все волшебно изменилось, и представители первых двух сословий один за другим на трибуне парламента отказывались от своих привилегий и обрушилась целая классовая система, в одну только ночь во Франции. Поэтому, когда нам кажется, что история остановилась, все незыблемо, ничего хорошего не произойдет, нужно вспомнить эту, эту дату 4 августа 1789 года. И вот, вот такие теги, такие разговоры в семье Мартен необычайно интересны. Помните, например, мальчишка говорит: а почему бы мне и Флорин не баллотироваться туда, хотя бы в кантон? И правда? если дети часть народа, и как разумно они говорят, мы же будем платить 30% национального долга Франции, мы экономически включены в эту систему, и поэтому почему не детям, не, например, женщинам, которые в обычное время, конечно, кроме как в фильме Гадара, политикой не интересуются, а здесь меня захватывает разговор, готовясь ко сну, они говорят о политической программе. О том, какие должны быть резоны, для чего вообще следует жить, и две женщины, мать и дочь, беседуют о политике. И вот если бы в политику ушли дети ну, такие вот как Людовик, или такие женщины, такие как Флорин, и даже я скажу больше, помните, тут есть титр Наше человечество. А речь идет на самом деле человечество во множественном числе о ком, не только о людях, а еще о каких-то других, как говорят, братьях наших меньших. Тут и лама появляется, и ослик, как из наудачу в Балтазар Брессона, и кошки, причем кошки Аньес Варда и Криса Маркера, не просто так кошки, а социалистические кошки. И поэтому, когда они говорят «мяу», общается, это не просто так происходит. И вот эти вот животные, это тоже такие наши человечества, потому что, согласитесь, один из оселков понимания того, человека ты или нет, это отношение как раз к ним. Если ты не способен на гуманизм, как ни странно значение этого слова, к животным, то ты вряд ли к человеку будешь относиться по-человечески. И поэтому представим себе такую утопию, где в кантоне, в парламенте собрались бы даже вот эта вот лама, Далай-лама Камасутра, дети, женщины, вот такие женщины, как Алиса, например, или Флорин. Мне кажется, это было бы в сто раз лучше, чем любое заседание партии «Единая Россия». И поэтому от коня калигулы в Сенате больше пользы, чем от депутата Валуева, мне кажется, тоже в сто примерно раз. И поэтому, Гадар, рисует такую модель здесь, в действительности утопии. Это прекрасный образ будущего, возможного будущего, который в каком-то смысле уже есть. Вот они, эти творческие силы, вот он, этот поиск, который можно каким-то образом использовать. Вот они, кстати говоря, просто дети, женщины и молодые люди, которых ну, действительно очень много но они просто выключены из политического процесса. И Гадар рисует такую альтернативу. Альтернативу этому затонувшему кораблю без истории. Альтернативу того, как тоже собрать обратно Европу в некую целостность. Можно ли соединить эти разрозненные точки, ну, вот этих же, например, членов семьи Мартен. И вообще много-много таких семей и целую Францию. Можно ли соединить такие вещи, как вот, например, Россия и счастье, да? Тоже, которая фраза здесь звучит, очень актуальна для нас, она сейчас. И поэтому есть просто геометрия. И здесь геометрия употребляется, если вы помните, в связи с контекстом очень важным, это гуссерль. Геометрия как внутренняя сущность вещей, которая остается после того, как ты счистишь всякую челуху, шелуху, эти вот наши слова, какие-то ярлыки, которые мы клеим на вещи, и останется некая чистая структура вещей, геометрическая. А есть такая политическая геометрия, которую Гадар тоже позволяет соединить точки, смысловые точки своей картины, позволяет зрителю увидеть и показать, помните, как тоже звучит тот слоган, показать невидимое. Задача искусства показать невидимое. И поэтому то, что мы увидели в этом фильме глазами, это ничто по сравнению с тем, что можно в этом фильме разглядеть невидимого, вот такого вшитого, какие-то философские теги, какие-то указания к книжкам, к событиям, как той же самой Ночи чудес, например то, что позволяет нам понять, что наше плавание пока бессмысленно. Мы все пассажиры судна, которым мы не управляем ни на выборах в Кантоне, ни на выборах какие-то парламенты, и на предстоящих осенних выборах у нас. И однако, тем не менее, у нас есть все ресурсы и творческие возможности, чтобы это что-то изменить. В этом невероятный позитив этого фильма, который при последующих просмотрах все больше и больше проступает на первый план. И вот то, что я сейчас собирал, диалектика части и целого, и, кстати говоря, диалектика «я и мы» тоже очень важна, это тоже тема фильма. Помните, прекрасная фраза, она первый раз звучит у Гадара в «Хвале любви». Но ну, это цитата, разумеется. Так вот, она звучит так, и там, и здесь. «Мечта государства быть одному, мечта индивидов быть вместе». Вот позитивный план Гадара, как бы быть снова вместе, не по разным палубам, не по разным политическим таким лагерям, разбившись, как в интернете тоже по сей день происходит, а как бы быть вместе так, чтобы этот корабль мы вели туда, куда хотелось бы нам все вместе плыть. Вот эта идея вполне социалистическая, утопическая, которую рисует Гадар, которая противостоит тому, что Марк Фишер называет капиталистическим реализмом. Ощущение безвремени, потому что, дескать, мы уже всего лучшего достигли. Лучше потреблять мы не будем, лучше строя, чем демократия никто не придумал, как сказал Черчилль, лучше из худшего. Так что не надо париться, давайте плыть дальше на положении пассажиров, и которая модель Гадара противостоит вот этому, опять же, обществу Новой Полинезии. Но проблема с обществом Новой Полинезии, что оно, как Коста-Конкордия, обязательно затонет. Как Титаник, у которого все палубы, кочегар, пассажиры, капитан, все они врозь как такие точки, которые никто не собрал, которые друг другу абсолютно не нужны. Так что фильм Великого гуманиста о человечестве, об истории, о времени, о пространстве, о том, что пространство подменяет время, кстати говоря, вот что происходит в этом фильме, просто освоение этих плоскостей, о том, что неплохо бы это время и историю вернуть, конечно, не без ностальгии вот этой остальгии, но при этом Гадар смотрит вперед. Это режиссер будущего. Он режиссер будущего по своему творческому методу, поскольку невероятно современна его ткань этого фильма. Вот как она полистилична, полисемантична. Также она, кстати говоря, и в этом смысле очень современна, потому что наша картина мира, правда, мозаична, разрознена. Наше познание — такой зэппинг, переключение каналов. Если представить себе еще раз такие чудеса, вот скажи кому-нибудь 30 лет назад, что можно было бы снимать на телефон. Тебя приняли за дурака. А теперь можно снимать на все, что хотите. И все это говорит, все это включается, все это работает. И Гадар все это тоже собирает и показывает, как весь наш опыт разнообразный, тем не менее, может существовать диалектически, еще и как целое. В этом, конечно, это очень современный режиссер, особенно когда рядом ставишь с ним каких-нибудь других, как бы новаторов они снимают стереокино, но это стереокино такое плоское, такое глупое. Оно рассказывает все те же истории про Цезаря и Клеопатру, все те же голливудские пеплумы, что смотреть его смысла абсолютно нет. Агадар показывает эту полифонию внутри сюжетного, конечно же, тоже такого разнобоя и сложности в философской драматургии и диалектике. И гуляешь по этому фильму, кораблю, по его палубам, как по лабиринту. Сколько раз проплыл на нем, столько раз увидел новую историю.